Пятый танкер типа «Афромакс» спустили на воду в Большом Камне. На судостроительном комплексе «Звезда» одновременно состоялись церемония передачи заказчику танкера «Академик Губкин» и спуск на воду с открытого тяжелого достроечного стапеля танкера «Восточный проспект». В торжественной церемонии в режиме телемоста принял участие председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Премьер-министр поздравил с профессиональным праздником сотрудников самого крупного судостроительного предприятия. Также на мероприятии, состоявшемся в день кораблестроителя, присутствовал губернатор. Олег Кожемяка подчеркнул, что сегодня завод «Звезда» является лидером судостроения по гражданским судам в России. Уважаемые корабелы, я от души поздравляю вас сегодня с большим праздником. Спуск на воду танкера «Афромакса» в Восточный проспект. Это уже четвертый танкер, выпускаемый вами. И, безусловно, он пополнен от российских компаний. Я искренне благодарю вас за доблестный труд, за работу на таких высокотехнологичных уровнях по сдаче современных кораблей ледового класса, способных преодолевать и погодные условия, способны работать подолгу в автономном режиме. Этим по праву можно гордиться. Спасибо вам за это. Еще раз с праздником. «Академик Губкин» – четвертое построенное на верфи судно из серии крупнотоннажных танкеров типа «Афромакс». Он успешно прошел ходовые испытания и уже вышел из акватории Большого Камня в первый полноценный рейс. Танкер «Восточный проспект» был спущен на воду с помощью транспортно-передаточного дока «Вымпел». В ближайшее время предстоят достроечные работы, а затем ходовые и швартовые испытания в море.